Итак, здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Продолжаем серию новых, скажем так, ручек осеннего периода. Перед вами сегодня ручка Wingsang 3001A. Пришла она вот в таком виде. Вместе с открыточкой, в котором обращаются: поставьте нам пятерки и будете счастливы. И прислали 5 юаней, видимо, на покупке в этом магазине. Огромное спасибо продавцу. Я буду иметь в виду его доброту и бесконечную щедрость. Итак, ничего напоминает прозрачная упаковка. Напоминает. Так упаковывалась ручка Джинхао, одна из ручек Джинхао. И она была в таком целлофановом пакетике, наверное, это лишнее. Но вот я вам просто покажу, как она была упакована. Здесь такой пластмассовый держатель с такими лепесточками, которые фиксируют ручку в определенном положении. И когда закрывается крышка, она остается висеть, не касаясь краю, в сторонку. Wingsang 3000, чем она мне понравилось, почему я на нее остановил свое внимание. Во-первых, она прозрачная. Мне что-то в последнее время зашли такие прозрачные ручки, и вот одна из этих ручек. Во-вторых, стоимость ее 479 рублей. Достаточно дешевая. Интересная, в общем, интересная ручка. У нее само тело и колпачок, они на резьбе. То есть, опять же, это увеличивает время не высыхание чернил, это все на резьбе. Поэтому будьте осторожны, не дерните, не сорвите резьбу. Колпачок. Пластик, прозрачный пластик, на котором тут написано что-то на китайском. И 9159 цифры. На скрепке написано, что это лаки. Поэтому болтов никаких нету, все это держится за счет резьбы вот на этом колпачке. Перо как бы позолоченное, видимо. Кстати, почему производитель написано, что это производитель Hero? Не знаю почему, чем это обусловлено. Хотя это Wingsang, может быть, Hero это есть Wingsang. На пере написано, что это Kongsheng, а также, видимо, логотип это Wingsang. Длина ручки 134,9 мм. Диаметр в самой широкой части 13 мм, вес 12,5 грамм. И стоимость, как я уже сказал, 479 рублей. Далее, тело ручки. Держатель пластиковый, естественно. Фидер очень похож, угадайте, на чей фидер? Правильно, фидер пилотский. Конвертер абсолютно стандартный, ничего из себя не представляющий какой-то там особой ценности. Поэтому сейчас я его там заменю, и мы попытаемся что-то написать. Ну, ставлю стандартный конвертер, и вот смотрите, как сейчас будет интересно наполняться перо. Видно? Работают капиллярные связи, перо насыщается чернилами, смотрите, до было оно прозрачное, вот уже под фидером видим уже чернила, то есть ее, в принципе, можно уже сразу и писать. Пока умираю. Итак, ручка Wingsang 3001.
Wingsung 3000A. Какое впечатление она производит? Впечатление производит никакое, я бы так сказал. Почему? Перо тонкое, но почему-то то ли она еще не полностью прошел процесс, скажем так, омывания чернилами, вот это заполнение всей внутренней части ручки, и подача, видите, иногда прерывается подача вот на длинных таких штрихах, и неровная подача самих чернил. Ну, не знаю, может быть, это просто надо пописать еще, тогда более-менее она уже распишется. Ну вот, какое-то такое немножко двойственное впечатление. Хотя, в принципе, совершенно качественная ручка, очень удобная, очень легкая. Как раз вот для тех людей, кто много пишет, для студентов, школьников. Не очень дорогая она, всего лишь 470 рублей. И универсальный картридж к ней есть, и картридж такой стандартный, который можно чернила набирать. Поэтому... Ну, кому она интересна, ссылка будет внизу. Вот такая ручка Wingsung 3001А. Ссылочка под описанием, под роликом. Кому интересно, заказывайте, задавайте вопросы. С удовольствием отвечу. До свидания.